Иди сюда, моя красавица. Муа. Ребята, важное заявление, у меня моя первая собака. Да. Поэтому первая ссылка в описании. Подписывайтесь ради Лои, если кому-то интересен Майнкрафт, монтаж и так далее. Давай, сиди здесь. Вот, поэтому, если что, как только стукнет 30 тысяч подписчиков на нашем новом канале, я сразу же, как и подобает истинному мужчине, выложу первое туда видео. Поэтому первая ссылка в описании, подписывайтесь. Короче, очень много людей писали посмотреть «Кабан и добрая печенька с желудями Фитфикс». Клип на 1 миллион подписчиков. Очень интересно, что это за видосик, кто это и так далее. Ладно, давайте посмотрим, потому что первый раз будем смотреть, но просило очень много людей. Тихо, не дрожи, моя радость. Давай. Так. А, я так понял, это анимация будет. Ой, господи помилуй. Ребята, знаете, я скажу честно, давным-давно не видел анимации от Майнкрафта, поэтому посмотрим, давайте заценим, окей, хорошо. Удивить меня... Кстати, я вот не знаю, кто такие кабаны добрые Майнкрафт. Вот первый раз их вижу. На сцене кабаны добрые. Взял печеньку с желудями и рассказы. Так, погодите, они типа рэп будут читать, как я полагаю? Хорошо, ладно. Кстати говоря, надо погромче звук мне сделать, потому что что-то плохо их слышно, это раз. Во-вторых, еще скажу, Майнкрафт, первая ссылка в описании, подписывайтесь на наш новый YouTube-канал. 30 тысяч подписчиков, вот если сегодня 20 тысяч будет, я сегодня проведу вам стрим. Ой, ты чего? О, красавица. Все, давай, сиди. Так, ладно, давайте смотреть уже. Это сладость меня мает. Кинул желудь под губу. И иду. Кинул желудь под губу. Иду. Я понял, что он имел в виду, но это забавно на самом деле. Но это типа то, что вот недавно было разрешено у нас в Рашке, а потом запретили, как я понял. Вот, но он это немножечко... сделал по-другому. Ну, короче, я понял. Прикольно, ладно, это было забавно. Ладно, давайте дальше. Пока, я не знаю, вот лучше смотри, слушать текст или все-таки смотреть анимацию. У меня вот в голове пока вот одно из этих. Ну да, иду. Иду. Мы большие кабаны. Мы большие добряки. О, стой, погоди, это не Жек случайно? Просто, походу, у него скин очень похожий. Вроде Жека, а вроде бы и нет. Ладно, может быть, мне кажется, но вроде... Похоже, очень даже сильно, да, Луя? Да. Ладно, короче, давайте смотреть дальше. В 19:00 по Москве стрим, если сегодня 20 тысяч стукнет. Вы поняли. Мы большие. А чё, моя очередь? Сделай тенько утром рано. Ребят, я вообще не понимаю, погодите. Это что? Это... вы мне хотите сказать то, что это у нас рэп? Потому что я что-то здесь рэп пока что не вижу. Ну, в том плане, что здесь как-то и читки-то не особо сильно видно. Ну, то есть такой быстрый, да, я бы так сказал. Кстати, я не могу больше на экран сделать, потому что у них вот так вот само по себе. Ну, вы поняли. Соотношение сторон. Нет, мне не нужна охрана. У тебя силёнок мало, ты не можешь от дивана. Если хочешь делать зло, тебе не поможет. Чё пишет вообще? На мне цепь из желудей, поздравляю с выходом трека. Очень качает. Да? Круто, круто. Прикупил попыт, попадая в бит купыт. Наверное, реально прикольно. Ну окей, хорошо, давайте дальше смотреть. Тихо-тихо, моя красавица. Лои тоже, походу, нравится. Лои тоже нравится. Тебе не поможет, мама. Не поможет, точно. Тебе не поможет, мама. Я не понимаю этот текст, к чему он вообще? Он... Я не понимаю. Ладно, короче, погодите. Есть текст? Нет, не указали в описании текст. И мне очень обидно. Вау, классный трек, все в рифму. Еще бы все... Че пишет? Не через год, а две недели, но через год будет лучше. Ладно, короче, забили. Ничего не понял. Куча так в жилу и целый лям. Я кабан, царь зверей, со мной семья. Я не понимаю, объясните, пожалуйста.
Блин, я не понимаю вообще ничего. Тут какой-то интересный текст, до которого, походу, я слишком тупой, чтобы понять. Я еще не тот рэпер, чтобы понимать всех ютуберов, которые делают про Майнкрафт что-то. Реально непонятно немного. Ну, прикольно, мне нравится, наверное. Не знаю. Блин, как же трудно понять, что это за работа. Какое-то непонятное для меня. Попадаю в копыт, я на хрюках. Кабан, что-то не очень звучит. Прикупил попыт, попадаю. Да, вот оно, наконец-то, что-то не очень звучит. Наконец-то кабан понял то, что нужно делать рэп, а не говорить через каждые 5 секунд что-то. Молодец. Не, ну типа, надеюсь, что вот эта часть мне больше понравится, потому что... Если учитывать предыдущую часть, она понравилась, но, ну, типа, ну, ёпта, не так сильно. Но понятное дело, что они не рэперы. Вот, поэтому чего я здесь ожидал? Я на хрюкал хит, крипер был жестки убит. Я поднялся в топ, со мной добрый, но не суп. За мной стая кабан. Ну. Да, вот это уже получше будет. Хорошо, ладно. В принципе, что я могу сказать? Хорошо звучит, прикольно звучит. Далое, тебе же нравится это. Тебе же нравится моя козявка. Тебе нравится, все верно. Вот, вы ее просто не видите, если бы... Я как-нибудь мог вам... Она просто здесь сидит, отдыхает. Вон ее ушко только что было видно. Вот еще ее ушко. Ладно, хорошо звучит. Пока мне нравится все. Панов целый лям всего за год. Целый лям! Пара добрых дел, это точно не предел. Я печеньку съел, зомби сразу подобрал. Так, ладно, хорошо. Это что-то про Майнкрафт, и это очень прикольно звучит. Ладно, хорошо, я понял. На самом деле, если что-то говорить по поводу трека, я его не понимаю, но звучит хорошо, мне нравится. Рифмовки я тоже... Я пытался сейчас вникнуть в текст, но я так и не понял текст, но вроде прикольно же. Вот, а самое главное, если вы смотрите Кабана и Доброго Майнкрафта и любите их, то вы однозначно подпишитесь на канал Майнич, это наш новый канал, первая ссылка в описании. Вот, потому что там будет выходить Майнкрафт с монтажом. Понятно? Понятное дело. Ну, кстати, вот это было очень даже прикольно на самом деле. Чё-то там кабан и пробью обсидиан. Господи помилуй, какие рифмовки, ребята. Рэперс. Вот они кто. Swag. Ой, ладно, давайте дальше, чё. Взял печеньку с желудями, не рассказывай ты маме. Эта сладость меня манит, кровь по венам разгоняет. Кинул. Так, ладно, хорошо. Давайте подведем, в принципе, итог того, что я слышу. Это звучит интересно, это звучит прикольно, но... Да, Луя. Ну, непонятно, непонятно. Все равно немножко не догоняю. Я, наверное, все-таки буду смотреть на анимацию, нежели слушать текст. Вот, примерно так я считаю для себя. Желудь под губу и иду. Ну да, я тоже иду. Мы большие... А, так это фикс, фит фикс. Фикс, это кто, фикса или фи... Или есть фиксай, а есть еще кто-то. Фикс... Я не помню, Луя, напомнишь? Нет, она молчит. Она смотрит со мной. Фиксай и еще кто-то. Вот на фикс начинается. Ну ладно, без разницы, пофигу. Мы большие добряки. Мы большие. Не, знаете, если расценивать этот трек с точки того, кто будет подпевать, я не думаю, что я бы когда-нибудь еще раз подпел под это. Вот. Но... Это звучит интересно, это звучит прикольно. Интересный стиль. Вот, что я могу сказать. Ну, в принципе, все. Прикольно. Текст, наверное, хороший, потому что тут все про Майнкрафт. Поэтому, в принципе, добавить-то мне и нечего. Анимация хорошая. Да, да, вот, вот. Вот сейчас фикс будет петь, да? Все, сейчас будет самая главная часть этого трека. Мне вот очень интересно, как фикс себя покажет в данную... Ну, хватит, не лежи. Интересно, как он покажет себя. Поэтому я надеюсь, то, что он меня удивит. Погнали. Я сделал кожу 2 алмаза без поштаников. Я альфа-шорты, как всегда, на праздник со штанами. Очень классно.
Вот это уже другое дело. Вот это мне нравится. Вот это прям было сейчас очень даже круто. Молодец, Фикс. Хорошо, ладно. Это этот, кто пел, который и в кожаных штанах? Или... Да, вроде он пел. Я просто голос сразу услышал. Ладно, давайте дальше слушать. Тепло и так уютно. Делай то, что я хочу так. Стой на месте, флексим вместе. Стой на месте, флексим вместе. Оу, Фикс. Жестко. Не, ну реально. Сейчас, погодите, я хочу текст просто увидеть. Я уверен, что этого текста я нигде больше не найду. Анимации крутые. Очень классный трек. Оу, щит. Seriously? It's true. Ладно. Ты в штанах не интересен, сделал круче, сделал перстень, на штанах завис мой стержень. У. Ну слушайте, ну это вообще-то очень хорошо. Это очень хорошо. Вот то, что я сейчас слышу, это было очень круто. То есть, короче, в целом трек мне нравится, даже первая часть. Вот. Просто в первой части я немного вообще не понял, что происходит. Вот этот чел как-то очень моментально влетел. Ну, звучит клево, реально, звучит очень классно. Но если любите вашего кабана и добрый Майнкрафт, то понятное дело, что надо подписаться на Майнич. А если не любите, значит, вы не подписаны. Вот по-любому. Значит, предали вы вашего ютубера. Предали. Да-да. На мне цепь из желудей. Съешь печеньку, будь добрей. Мы собрались так друзей. Скрафтил шмот и стал свежей. Ой, так, в принципе, по поводу, если анимации, еще что-то сказать. Анимация здесь, кстати, очень классная, она мне нравится, в принципе, и в общем и целом, потому что такой анимации я очень редко где вижу, обычно мало анимаций про Майнкрафт кто-то делает, хотя Майнкрафт самая популярная игра, поэтому я не могу сказать, что мало делают анимаций, но чтобы на 1 миллион сделать такую анимацию, это очень классно. Ну, реально, чуваки, видно сразу то, что аниматор старался по полной программе. Работал 100 рублей, сделал кэш теперь сильней. О, господи, я чуть не обосрался. Ой, так, давай, садись нормально и не падай. Вот так, все. Другое дело. Что я могу сказать? В принципе, можно подвести итог тому, что... Ну, все, да. Трек хороший вышел. На 1 миллион это очень классно. Однозначно. Добавить ничего не могу, потому что чуваки постарались. Вот что я могу сказать. Все, что я вижу, это старание. Реально. Большие кабаны. Мы большие добряки. Ну, это понятно, что вот большие кабаны, большие добряки и так далее. Короче, молодцы, прикольный трек получился. Like and repost однозначно. Вот, and подписка на channel. Ладно, короче, подписывайтесь вот реально на канал Майнич. Это самое главное, что я прошу вас. Единственное, наверное, и неповторимое, да. Ну, короче, вы поняли, это важно для меня. Давайте, чё там дальше? Короче, молодцы, Евгений Хващев, анимация, молодец, умничка, круто сделал. Я Алексей Тюрин, постобработку, окружение, освещение. Короче, пишите комментарии, как вам, ставьте лайк, комментируйте, да, лую. Вот, с вами был Бодя, подписывайтесь на канал, самое главное, Майнич. Угу. И сегодня выйдет реакция на Моргенштерна. Всем пока!